Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев, и ты на канале Барбаросса. Снова наша рубрика «Глоссарий». Ребят, я беру темы из ваших комментариев, поэтому пишите в комментариях, о какой стрижке вы бы хотели, чтобы я рассказал. Сегодня пойдет речь о стрижке «Мэн Бан». Что это такое? Изначально эта стрижка, вот так она выглядит. Да-да-да, именно тот самый пучок на голове. Она была таким стилем бруклинских барменов. И где-то в 2011 году она пошла в массы. Такую стрижку носили очень и очень многие звезды. Изначально ее как звезда начал продвигать Джаред Лето. Вот он. Также отличались абсолютно разные звезды с этой стрижкой. Ее носил и Бекхэм, и Орландо Брум. Короче, я носил Бекхэм, Бекхэм вообще все носил. Он носил кропы, андеркат носил Бекхэм, Фокс Хок носил Бекхэм. Он все носил, что не возьмешь, все носил Бекхэм и Брэд Питт. Такое ощущение, что они все эти стрижки сами и придумывают, вдвоем вообще. Меняйся или сдохни. Эта стрижка была популярна и у звезд, и в принципе она довольно популярная. В чем ее суть? Обычный пучок, он может менять свой уровень высоты, да, то есть как на макушке, так и ближе к затылку. Он очень прост, но это... Именно пучок, а не хвост. То есть волосы собираются вот таким образом. Не висит вот этот конский хвост или еще какой-то более такая женская версия. Нет, этого нету. Волосы собираются в такую собранную, плотную, круглую. Такой пучок, плотный волос на затылке, либо на макушке. И именно он характеризует эту стрижку. Стрижка неприхотлива, естественно, отрастил волосы, все просто завязал их сзади и пошел. Но эту стрижку можно носить людям, естественно, с длинными волосами, и только тем людям, кто будет ухаживать за состоянием своих волос. Если вы будете носить эту стрижку на жирных, засаленных волосах, это будет не стрижка, но это... Просто дерьмище! Ну, это дичь какая-то, нельзя так носить. Поэтому... Ухаживайте за волосами, если вы носите такую стрижку, все будет круто. Кому она пойдет? Она подойдет обладателям, в первую очередь, овального лица, она подойдет обладателям худых лиц, вытянутых лиц и, в принципе, любого лица, потому что она визуально будет его вытягивать, но только в профиль. Очень хорошая стрижка, она помогает где-то скорректировать затылок. Если у вас плоский затылок и вы хотите от этого избавиться, вам поможет эта стрижка Мэн Бан. Как она стрижется? Да никак она не стрижется. Отращиваете волосы, собираете все это сзади вот в... Как я это называл? Короче, в пучок, и будет вам счастье. Все, ребят, на этом все. Ставим лайк, пишите в комментариях, как вы относитесь к этой стрижке, какую стрижку рассказать следующей. И на этом все.